И теперь о спорте. Томские каратисты выиграли 3 золотых медали на всероссийских соревнованиях. Команда из 5 человек вернулась из Екатеринбурга. С чемпионами встретился мой коллега Сергей Михальков. В Екатеринбурге прошли открытые чемпионаты первенства Уральского федерального округа по карате кёкусинкай. В состав томской сборной вошло 5 сильнейших спортсменов. 3 из них стали чемпионами. Артур Гуликян выиграл золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов. Несмотря на победу, спортсмен уверен, тренироваться нужно еще больше. Много над чем надо исправляться. Нужно стремиться улучшать себя для того, чтобы превосходить в мастерстве в классе спортсменов других. Год назад на этих же соревнованиях Артур был 2-м. Результат работы в спортивном зале, как говорится, налицо. Вместе с Гуликяном золотые медали из Екатеринбурга привезли мячи Артем Фоменко и Юрий Борисевич. Турнир был очень сильный. Участников было очень много. Мастеров спорта международного класса, призеров и чемпионов России и Европы. Был чемпион мира по версии Кому Цушима. То есть серьезный турнир, серьезный состав участников. Уже скоро этим спортсменам предстоит сделать важный жизненный выбор. За спиной останутся годы, проведенные в школе. Тренер федерации надеется, что талантливые парни, добившиеся хороших результатов на юношеском уровне, останутся верны карате и здоровому образу жизни. Я надеюсь, что данные спортсмены смогут противостоять каким-то жизненным проверкам, быту, смогут совместить свою спортивную карьеру и тренировки с учебой и еще порадуют нас своими успешными выступлениями на соревнованиях в возрастной группе старше 18 лет и покажут достойные результаты. Соревнования, прошедшие в Екатеринбурге, были лично командными. 3 золотых медали, которые завоевали наши спортсмены, позволили сборной Томской области занять 3-е место в общем зачете.